Ну а сейчас мы выходим из нашего дома и выходим через центральный ход. Хочу показать тебе еще с этой стороны, как здесь выглядит. Вот это так выглядит наш передний план. Вот здесь парковки для машин. Там вдалеке виднеется Тимошина школа. Это наш адрес. Вот этот маленький такой домик. Здесь находится, к нам приходит почта. К нам не приходит почта прямо домой. А здесь вот мы имеем такие ящички. И вот сюда приходит почта. Здесь вот синий бачок. Там расположена соль, чтобы зимой раскидывать. Это еще одна маленькая площадка. Когда Тимоша был совсем маленький, мы здесь игрались. А сейчас он уже может залезть на крышу этого дома. Так что растет мальчик. Дальше мы подходим. Здесь у нас такое помещение. Находится менеджер. У него офис. То есть человек, который держит, поддерживает чистоту здесь, нанимает работодателей для уборки и так далее, и так далее. Вот это летний бассейн. Сейчас он закрыт. Понятно, что все накрыто. Но летом нам очень сильно помогает. Вот помещение. С левой стороны это все относится к бассейну, а с окном там находится менеджер, его офис. Вот еще параллельно такая же небольшая комьюнити, ну вернее вот этот дом тоже входит в комьюнити. И здесь мы подходим, то что я иногда присылал видео, как раз за этими соснами мы часто играем с Тимошами, с Тимошей и его друзьями. Здесь у нас тоже такая площадка детская, но она уже побольше. Здесь можно где-то и пересесть, летом полежать. В общем, здесь классно. Вот. То есть вот здесь вот всегда обычно люди тусуются. Здесь на камнях родители сидят. А вот здесь вот детки играют. Здесь у нас получается огромное поле. И вот это поле у нас забор такой загорожено все, да? И получается с одной стороны вот здесь католическая церковь, говорю, школа, извини, пожалуйста. А вот здесь обычная школа, там, где Тимоша и учится. И вот получается сзади у нас вот такое пространство. Обычно тоже сюда приходят люди, гуляют с собаками. Но оно все такое чистое достаточно. Никак ничем не запачкано. То есть все это убирается собачье. Ну, наверное, у вас тоже сейчас все это убирается. У нас большие штрафы. Поэтому здесь достаточно все чисто. Вот так вот немножко все это выглядит с этой стороны.